Донни Волга летит час, котомку на плечо, боль в груди там тайничок, открытый фонг и не ключом, сколько миль еще, перелет коробки был не в счет, долгий пыльный час, фургон набит коробками с мерчом. Рэпер поэт современности, такую гипотезу выдвинул студент филологического отделения Александр Солдатов. Он увлекается хип-хоп-культурой с 5 класса, а теперь решил защитить по ней дипломную работу. Для анализа выбрал творчество Оксимирона, потому что считает его тексты интересными с литературной точки зрения. При этом молодому человеку удалось провести множество параллелей с уже классическими поэтами. Есть у Брюсова стих, который написан пантарифмой, то есть когда полностью первая строчка рифмуется словами второй строчки. Вот. И он это писал, и у него это получалось, но для читателя это было сложно. А для рэпа это оказалось хорошо, потому что он это сам все произнесет и расставит акценты. Материала для анализа много, у Оксимирона 5 альбомов. По мнению Александра, он активно экспериментирует. Например, альбом «Горгород» по структуре приближен к поэме, а песня «До сих пор МС» по форме напоминает классическое стихотворение. То есть она написана трехсложным таким размером, но поскольку это все-таки рэп, и он пишется у него в данном случае на дабстеп-музыку, она все равно приобретает другие слоги, лишние, или теряет какие-то слоги из этой формы. То есть она вроде как напоминает, вроде как весь текст строится на ней, но что-то идет все время в отклонении. И эти же отклонения были характерны для той же поэзии 20 века, когда классические размеры, которые четко выстроены, они начинались ломаться, появился размер, где терялись слоги. По мнению Александра, рэп и поэзия Серебряного века очень похожи. Он даже разработал такой урок для учеников 8 классов, который провел в одной из рязанских школ. В родном вузе его научный интерес тоже поддержали. В выборе темы там не видят ничего необычного. Рэп-поэзия, она является, как бы в культурном, существует в культурном обиходе. Уже посвящены диссертации рэп-поэзии. Уже на уровне министра культуры Мединского мы слышим, да, подтверждение того, что рэп-поэзия это является фактом современной литературы. Стоит отметить, что произведения современных авторов уже вошли в список изучаемой литературы для студентов-филологов. Среди них Майя Кучевская, Людмила Улицкая, творчество Бориса Рыжего, а также рэп-поэзия как часть современной культуры. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».